Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня у нас будет такой обзор на покупки магазина Parfum Leader. Вот тут я кучку такую набрала. Давайте посмотрим, что же я тут набрала. Так, начнем с самых больших баночек и потом перейдем уже. Так, вот такое антибактериальное жидкое мыло. Литр здесь. Экстра защита. Забота о ваших руках 12 часов. Ну и давайте цены я вам сразу буду говорить. Значит, мыло это стоит 74 рубля 60 копеек. Уже попробовала. Очень хорошо мылится, хорошо очищает. Приятный свежий запах. Хорошее мыло. Прямо советую. Дозатор у него есть. Хорошее мыло. Так, следующее. Это гель-мусс для интимного ухода. В прошлый раз я брала себе пенку для интимного ухода с шалфеем и рисовым молочком. Она была без дозатора, просто с пробкой открывалась, и в пробке было отверстие. Сейчас обновили. Сейчас появился вот такой дозатор. Так, объем здесь у нас 500 мл. Подходит для чувствительной кожи, снимает раздражение, успокаивает, хорошо очищает. С шелком и экстрактом алоэ, увлажняющие. Цена этого мусса за пол-литра получается 64 рубля. Оно очень экономичное. Фирма Маграф, я уже вам говорила, что мне эта очень фирма нравится, как для лица, для ухода, маски, для волос, масочки, шампуни, для тела, скрабы, крема. Очень классная фирма, хорошая продукция. И также вот эта пенка в прошлый раз мне очень понравилась. Вот решила попробовать гель-мусс. Кстати, мне тоже она очень понравилась. Такая она голубоватого цвета, густенькая, приятная по консистенции. Пенится хорошо, смывается хорошо. Ну, отличное средство. Так, следующее. Это для ухода за телом. Вот такие два скраба. Вот такой скраб с малиной я брала в прошлый раз. Мне очень понравился. В принципе, мне его и хватило как бы не на два раза. На приличное количество раз. Вот такой он желеобразной формы. Очень приятный запах. Вообще очень вкусный. Хоть бери ложку и кушай. Очень хорошо скрабирует тело. Не царапает. Как бы, не знаю, мне оно очень понравилось. Кожа после него такая мягкая, нежная. Классный вообще скраб. И вот, кстати, вот этот малиновый скраб, он идет с массажным эффектом. Малина, имбирь и масло можжевельника. И вот сейчас я решила попробовать скраб для тела кофейный с маслом зеленого кофе, иланг-иланг и гуарана. Так, как производитель нам указывает, так, сейчас я вам прочитаю. Стимулирует расщепление жиров, улучшает обмен веществ в клетках кожи, это масло зеленого кофе. И экстракт иланг-иланг тонизирует, повышает эластичность кожи. Экстракт гуараны борется с целлюлитом, придавая коже гладкость и упругость. По консистенции тоже такая она желеобразная. Тут прямо частички видны. А запах, девочки, запах это просто... Вот если кто-то помнит, раньше были такие жвачки в пластинках кофейные. Это обалденный такой запах, прям детство такое напоминает. Классный вообще запах. Ну вот попробую, как же он в действии будет, этот скраб. И цена этих скрабов, сейчас я вам скажу. Одна баночка 77,50 стоит. Ну хватает, я вам сразу скажу, не на 2, не на 3. Ну мне хватило надолго. Тоже экономично, хорошо распределяется. Так, следующее. Это я решила попробовать вот такой вот шампунь. Производитель фирма Золотой Шелк. Так, сейчас я немножко опущу, чтобы получше видно было. Так, гиалурон плюс коллаген. Шампунь-филлер, реанимация волос. Заполнение кератином, гиалуроновой кислотой. Шампунь керапластика для восстановления сильно поврежденных волос. Ну, шампунь этот я еще не пробовала, но я пробовала вот такую маску этой серии. Также фирма Золотой Шелк.
Мне маска очень понравилась. Вот я повторно купила себе такую же маску. Волосы гладкие, вот прямо после первого применения волосы гладкие, легко расчесываются, блестят. Ну, вообще отличная маска, мне она очень понравилась. Я вот повторила ее покупку еще раз и решила попробовать еще вот такой шампунь этой же серии. Ну, вот посмотрим, как работает шампунь, так же как маска или нет. Так. Цена шампуня 99 рублей 80 копеек и цена маски 143 рубля. Ну, маска тоже экономичная, но у меня волос средней длины, не густой, тонкий. Мне надолго хватило ее, этой масочки. Так, следующую маску я еще взяла попробовать для волос, тоже фирма Маграф. Биоактив, маска Глосс, увлажняющая. Значит, так, с маслом органы для сухих поврежденных волос. Производитель нас уверяет, что так, что он тут нам говорит-то? Сейчас я вам скажу. Маска интенсивно питает, увлажняет поврежденную пористую структуру волоса, восстанавливая гидробаланс, волосы становятся гладкими, блестящими. Масло органы насыщает незаменимыми жирными кислотами омега-3, омега-6. Результат: после первого же применения ваши волосы приобретают гладкость и блеск по всей длине. Инновация керамиды плюс экстракт шелка плюс депантенол. Все богатство ценного натурального масла органы. Наносится на волосы небольшим количеством, на чистые влажные волосы по всей длине. Через 3-5 минут смывается большим количеством воды. Ну вот тут сильно-то ничего и нет на баночке. Так, сейчас посмотрим. Ой. Так, значит, закрыта пленкой такой. Посмотрим по запаху. Так, она какая-то интересная такая. Тут, смотрите. Ой, запах приятный, вообще обалденный. Здесь какие-то... Вот видно вам? Видите, она какая-то крупинками прям. Как будто что-то молочное свернулось, творожное такое. Ну, не знаю, посмотрим, попробую я эту маску. Тут еще пузырики прямо в баночке. Ну, интересная она такая, что там какие-то крупиночки, что это за крупинки, что это такое. Ну, я попробую в любом случае и потом вам скажу, стоит ли вам покупать такую маску или нет. Так, и стоит эта маска. Сейчас я найду. Стоит она 60 рублей, вот эта масочка. Так, ну что еще тут я купила? Так, я купила еще вот такой вот спонж для макияжа. Как он открывается-то? Взяла я его для нанесения тональной основы. То есть он смачивается водой, хорошо отжимается, и наносить тональную основу. Очень удобно. Кончиком этим можно в труднодоступные места все хорошенечко распределить. Ну, у меня был раньше такой спонж, только не помню, где его брала. Он у меня весь уже подизорвался. Там есть разные формы. Есть вот такие, вот такой формы капелькой. Есть такой вот, как изогнутый. Ну, я вот такой захотела, он такой упругий прямо. И когда смачиваете водичкой, он в объеме увеличивается. Так, вот такой спонж. Так, следующее, ну, это уже для хозяйства, грубо говоря. Это для туалета, вот такой Бреф. Чистота, свежесть, сила, актив 4 в одном. Усиленный аромат, свежесть, лаванда. У меня было с лимоном, взяла попробовать с лавандой. Вообще очень выгодно. Здесь у нас выходит 4 таких, как они называются-то, контейнера назовем, да. И стоит вот эта вот штучка, набор, 155 рублей. Так, и что же еще я взяла? Взяла я еще вот такую туалетную воду. Туалетная вода вообще, она это дешевая-предешевая, она 213 рублей стоит. Естественно, не какой-то не Версачи, далеко не пахнет. Ну, запах, да, запах, конечно, похож. Запах похож с аналогом, но я взяла не для того, чтобы носить этот аромат. Я взяла этот аромат, знаете, у меня есть такие подушечки, в шкаф, в белье куда-то, вот в постельное белье, в шкаф с одеждой можно поместить, чтобы запах был. Вот я спрыскиваю подушечку вот этим парфюмом и ложу куда-то
куда-то в шкаф для приятного запаха. Ну, запах такой, да, он свежий, цветочно-свежий такой, не приторный, не сладкий, приятный запах. Ну, в принципе, нормальный, но мне запах этот не идет, поэтому я для себя не рассматривала такой вариант аромата. Бутылочка такая интересная, крышка пластик, не стекло. Ну и как же нам обойтись без средств для ногтей? Я повторила покупку еще раз этого. Это уже, я не знаю, девочки, наверное, это уже 7-й раз, если я не ошибаюсь. Средство для обезжиривания ногтей и снятия липкого слоя. Мне оно очень нравится. Очень крутое средство, оно хорошо все снимает, нету никакой аллергии. Но единственное, что вот по 100 миллилитров нет у них больших объемов вот такого средства. Советую прям вот это средство, кто занимается ноготочками, попробуйте. Очень классное. И стоит оно это средство, сейчас я вам скажу, по-моему, 60, так, 73 рубля. Да, был он дешевле, был по 69, сейчас 73 рубля стоит. Вот такое вот средство. Ну и все на сегодня, как бы это все мои вот такие вот покупочки. Все они в кадр не влазят, но то, что влезло, то я вам сюда и положу, покажу. Ну и на сегодня это все. Будем прощаться. Всем пока-пока. Увидимся с вами в следующем видео. До встречи!